на канал, подпишитесь. Всех витаю, дорогие мои друзья. Вечер наступил, прохлада уже наступила. Видите, как дорогу. Завтра ждем щебень. Все, мы выходим. Мы сейчас выезжаем. Угу. Тамара во вторую партию едет. Мы в первую. Мы с Камалом. Они с Валерой второй партии будут ехать. Едем в сауну. Искупаемся. У нас у Гали есть. Наверху у нее душевая кабина. Внизу на первом этаже ванна. Но банька есть банька. Поэтому едем сегодня в баньку. А! Что? Тапочки. Помыла и все. Положила. Сегодня все шлепки помыла. Вот, все помыла и все сложила. И мужские, и женские. Такие резиновые, знаете. Все помыла. То есть себе шапку взяла. Хотя там бани есть, но я свою взяла в сауну идти. Баня обязательно. Только что дали свет. Сегодня до обеда не было 4 часа света. И после обеда вот только что, сейчас вот вечер, только что дали свет. Какое красивое небо. Ну, день, конечно, был теплый, классный. Вечером прохлада. И тревоги сегодня. 2 или 3 раза было воздушной тревоги. Приехали. Темно здесь, как в Карпатах. Видите, горы. Хоть бы не упасть. Это какая красота начинается. Первая звезда вышла уже. Пирожки с собой взяли в баню, потому что только-только испекла. Не было ж света, включили. Быстро Тамара допекла и перевезла. Он пока везли. Он с печенкой, это с капустой. В бане пирожки. Еще горяченькие такие. Еще рыбку. Вот Галя, кстати, вялила эту рыбку с пивом. Мужчины у нас. Пива. А, да. Пришли после бани. Луна полная. Сегодня. Ух. Хорошо искупались. Все, идем домой. Едем, то есть. Так, вот и получилась у нас наша тушенка. Забрали с автоклава. Посмотрите, очень вкусная получилась. Сальце наверху. Одна банка взорвалась. Все-таки одну банку мы не очень сильно забрали. Мясо, видимо, чуть полная она была. И она взорвалась. Ой, а это, смотрите, аж вогнулась. Вот та, что взорвалась, видите, вот здесь вот. Видимо, чуть полноватая. Поэтому второй автоклав мы сейчас закладываем. Так, тоже вот так меньше. Надо укладывать мясо так, чтобы вот где горлышко вот здесь вот закругляется, вот до этого момента. Видите, оно немножко проседает. И вот так тогда получается. Это тоже он прогнулось. Интересно, да? Но зато, видите, эти не взорвались. Вот, теперь в следующий раз будем знать. Это, я думаю, может, мы чересчур мало положили. Ну, видите, зато не... А та взорвалась. Хотя я у всех надбирала... По горлышко все равно. Вот так.
Очень вкусное, очень вкусное. Наши попробовали. Сказали, что очень вкусно. Я еще не пробовала. Сейчас закладываем уже вторую партию. Смакота. Вон с утра сколько техники нагнали. Валера с утра снял, как они первые там высыпали. Я вставлю сюда. Как только начинали они. С самого утра. Укладчик. Равняет. Как, Валера, называется вот это? Асфальт-то укладчик. А это асфальт уже укладывать, да? Нет, щебень будет укладывать. Уплотняет, короче говоря. Землю сейчас вот этот трактор. Вот. И сейчас... Сегодня до нашего дома дойдут, наверное. Надо? Дальше уже покажем вам. Ух, как приятно звуки работающей техники. Особенно возле дома, да, Валера, когда будет. Показать, как Валера курит. Как зачем? Пусть зрители знают, что ты куришь. А ты не курил раньше, а сейчас закурил. Валера, сердце болит, мы переживаем. А он закурил. Ой, надо запечатлеть исторический момент возле дома. Покажу Светланке, Оксане, всем девчатам. Запечатлеем исторический момент. Валера здесь вот наблюдает, чтобы все было правильно. Поехал. Сейчас видео отошлем с Валерой, как возле дома, да, Валера? Здесь укладывают. Только нет асфальта. Так еще щебень же будут высыпать. Вот это все, что привезли, да? Ага. А вот так они укладывают, да? Асфальт где? Асфальт будет? Не знаете? Нет? В следующем году? Это все больше не то, что щебень не выкладывают. А это щебень. Щебень с чем вы говорите? С гранатсевом. Щебень. Ага. Все равно будет ровно. До следующего года выдержит она? До следующего года выдержит она? Конечно. А весной, да? Весной будет уже? Весной будет асфальт у нас. Ну, посмотрим. Мы записываем. Ясно. Все будет сейчас. Красота у нас здесь. Видите, как зеркало. А еще вам покажу эту машинку. Вон. Что-то проверять, чтобы ровно гладко было. Мастер, видать, ихний. Кто там пикает?
Вот, показываю дом и показываю технику. А то скажете, что я где-то в другом месте снимаю. Это для наших девчат. Снимаю еще для истории и для наших девчат. Сейчас отправлю в Германию, в Чехию.